Ребят, всем привет, меня зовут Юля, добро пожаловать в очередной обзор покупок с Wildberries. Сегодня будет очень много вещей, они сейчас находятся рядом со мной на стульчике, и стульчик то и дело хочет перевернуться от тяжести и количества всех этих заказов. Конечно же, я вам все покажу и расскажу. Перед началом этого ролика я бы, конечно, хотела пригласить вас в свой магазин на Wildberries. Наконец-то! Наконец-то я смогла организовать наличие бежевых и хаки комплектов в своем магазине. Это было очень сложно, очень долго. Поставку нашли, она была потеряна в Москве. Смогла одну коробку уже сдать, вторая ждет своей приемки, поэтому если вдруг вам очень хотелось приобрести белье в новых оттенках, то я буду ждать вас на ВБ. Ну а мы будем приступать к этому ролику. Сегодня у нас такая черно-белая гамма получилась, ну вот как-то это случайно, спонтанно так вышло, и я вам все постепенно, конечно же, покажу. Для начала я бы хотела вам показать полноценный комплект, но он собран из разных артикулов на ВБ. Здесь у меня идет вот такой вот топ интересный, он сзади больше на углубление, на спинке, то есть там такой полукруглый вырез. Также идут шорты, трусики, в них можно просто заниматься отдельно. По сути, это все комплекты для полденса. Но так как я занимаюсь экзотиком, я, конечно же, не могла не купить себе вот такие вот крутые полупрозрачные шорты. Обязательно увидите в примерке, как смотрится этот комплект, очень мне сильно понравилось. Все это можно приобрести отдельно, что я считаю все-таки плюсом, когда ты можешь собирать различные комплекты. И, допустим, расцветка вот таких шортов, по-моему, там есть не только зебра, но и хотя бы точно леопард. Поэтому, если вдруг вы занимаетесь танцами, спортом, если для вас это актуальная какая-то вещь, то советую обратить внимание, производство российское. Бренд отшивает также очень много всяких других костюмов, и они представлены у них в Инстаграме. Не все у них есть на ВБ, это я уже успела чекнуть. Идем дальше. Здесь у меня будут белые джинсы. И это мом джинсы. Они очень мягкие, приятные. Но единственная проблема в том, что я высокая. Вот и все. Поэтому, девчонки, если вы ростом ниже моего, и, наверное, все-таки ниже 160, у меня 170, я думаю, что подойдут именно в том случае, если вы ростом ниже будете. Здесь у нас по составу 97% хлопка, 3 эластана, и размерчик я взяла S42, сел неплохо, очень мне понравилась джинса, она вот за счет эластана как раз таки эластична, как бы это ни звучало. В общем, по форме сидят неплохо, в образах смотрится также неплохо, но мне они банально коротки, своего покупателя они еще найдут, ну а если вас интересует именно такая форма, то переходите в карточку, ознакомьтесь. Дальше будет самая базовая база на осень, и у меня вот здесь такой хлопковый лонгслив, он сделан из кулирной глади, это у нас бренд Berinossi, размер у нас здесь XS, сейчас посмотрю, есть ли хоть какие-то опознавательные знаки в виде бирки с составом. Увы, к сожалению, ничего здесь такого нет, скорее всего, вся информация была написана на картонной бирке, которая шла к этому лонгу. Но, в общем, он довольно простой в исполнении, в принципе, аккуратный в плане пополнения осеннего гардероба. Актуальна база, если вдруг у вас нету чего-то такого до боли простого, здесь круглый ворот подойдет под любые образы, я вам несколько из них покажу. Берите, для вас это будет палочкой-выручалочкой, скажем так, в любом осеннем образе. Если не будете знать, что надеть, надевайте лонг, любую вещь сверху, джинсы, юбку, что угодно, все, образ собран. Идем дальше, хочу показать вам еще одну интересную штучку, и это у нас уже боди, и это боди на одно плечо, очень тоненькое, такое мягкое, это ткань лапша, но, скорее всего, судя по ощущения моим в руках, это какой-то смесовый синтетический состав, сейчас мы с вами узнаем это все. Да, ткань смесовая, здесь 95% то ли переработанного хлопка, то ли что-то подобное, и 5% эластана. Произведено это все в Китае. Внизу, кстати, застежка на таких плотных пластиковых заклепках, держится хорошо, нигде не впивается, и я думаю, что в принципе буду носить часто осенью именно такой бодик. Простой, но при этом за счет своего выреза очень интересный. Идем дальше. Кстати, видимо, меня не отпустила тема с зеброй. У меня здесь вот такое вот легкое летящее платье. Это платье на запах зебра. И у него красивый такой глубокий вырез, если его правильно уложить. Все это держится на завязке сначала на тоненькой изнутри. То есть первый запах. И второй уже в виде пояса спереди. У платья есть воротник, размер здесь 42, и вот такие вот рукава, по-моему, они 3/4, но судя по тому, что я вижу, вроде да, по памяти не могу вспомнить, надевала уже это платье пару раз, в нем легко и удобно,
Состав сейчас постараюсь для вас найти. Здесь, кстати, запасная пуговичка есть. 65% вискозы и 35% полиэстер. Кстати, очень даже приятный состав, потому что вискоза – это натуральный материал, произведенный ненатуральным способом, а полиэстер – это уже, понятное дело, синтетика. Поэтому в нем не сильно жарко и, в принципе, комфортно. Смотрится симпатично, посмотрите в примерке на мне. Эти джинсы взорвали просто мой директ по вопросам, где я их взяла. Они, кстати, очень даже недорогие. По-моему, я их брала в пределах 1500. Мягкие, вот такие вот очень-очень красивые карго. Посмотрите, как они смотрятся на мне. У них здесь такие красивые накладные карманы по бокам. Спереди есть еще также такая петелька. И мне очень нравится вот этот вываренный цвет. У них получается плотная синяя джинса изначально. И вот дальше вот вся вот эта выворка идет. Очень в них удобно, я их ношу постоянно с различными топами, с какими-то официальными, неофициальными, расслабленными, спортивными образами. Мне кажется, что я их буду носить также еще и всю осень. Вот как-то очень сильно мне приелись все эти штаны карго, тем более было так жарко летом, я их просто не надевала. А в этих джинсах мне почему-то даже не жарко, удивительно, но факт. По размерчику сейчас скажу, что здесь написано. Это размер XS и 100% хлопок. Ребят, я стараюсь сделать для вас благое дело и оберегать вас от непредвиденных или плохих покупок, советую только самые топовые позиции. Ну, конечно же, я забочусь о вашем кошельке. Именно поэтому я стараюсь рассказывать во многих роликах вам о дополнительной выгоде. Это, конечно же, кэшбэк-сервис Мегабонус. Ведь заказывая через кэшбэк-сервис Мегабонус, вы можете вернуть процент от своей покупки себе обратно в кошелек и потратить эти деньги на какие-то свои другие хотелки или просто какие-то банальные нужды. Согласитесь, это гораздо приятнее, чем получить абсолютно ничего. На главной вкладке Мегабонус всегда представлены магазины с повышенным кэшбэком, и там можно получить до 30% кэшбэка. Например, такое бывает на Алиэкспресс. Ну и, конечно же, на площадке представлено более 1000 магазинов, в которых вы можете найти самые актуальные предложения. Ну а для того, чтобы ваши покупки были еще более выгодными, стоит участвовать в программе лояльности. Она довольно проста: чем выше ваш уровень, тем выше ваш кэшбэк. И, конечно же, я дарю вам плюс 2 к уровню вашей лояльности. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который вы видите сейчас на экране, либо же перейти по ссылке внизу в описании, или же ввести промокод, который указан там же под ссылкой в скобочках. Выгодных вам покупок и экономии, а мы будем переходить дальше. Здесь у нас с вами будут 2 топа от одного бренда. И знаете, топы абсолютно разные, а бренд один. Первый топ вот такой вот сетчатый, он полупрозрачный, и, конечно же, его нужно носить с какой-то полоской под низом. И вот он такой какой-то, не знаю, мне он напоминает грозу. Тут такое что-то серое, белое, это просто обычная эластичная сеточка. Смотрится на теле красиво и аккуратно, в зависимости, кстати, еще от того, какой вы подберете низ, это могут быть, не знаю, лифт с треугольными чашечками, полоска, что угодно, можно будет создавать разнообразные образы. Но больше мне понравился вот тот топ, который сейчас находится у меня в руках. Скорее всего, такой же можно будет найти где-то в Китае. Я более чем уверена, потому что по стилистике он на то и похож. У него здесь вот такой вот длинный рукавчик, он с двух сторон, расклешенный. И получается как лепесток сам по телу. И со спины лямочка через шею. Я думаю, что проще будет показать это все уже в примерке. И этот топ я использовала для создания своего видео на день рождения. У меня недавно был день рождения, 23 августа. И как раз таки ролик я начинала снимать в этом топе. Мне очень понравилось, как все получилось. Я была безумно довольна. Это у нас с вами 95% полиэстер и 5% спандекса. Ну, типичный, знаете, такой синтетический состав. Я брала самый минимальный размер в карточке и в целом осталась довольна, не пожалела тем, что выбрала именно этот топ для своей день-рожденской фотосессии. Идем с вами дальше, и я вам хочу показать очень крутую позицию на осень, и, может быть, даже уже в переход к зиме. Это стеганый крутой бомбер. Он внутри с оранжевой такой подкладкой. Здесь прошита полностью стеганая вот эта сама подклада. И также внутри еще имеется внутренний карманчик. Сам по себе он довольно плотный и держит форму. Здесь у нас также есть на рукаве вот такой вот накладной красивый карман. И это даже не обманка, это настоящий карман.
Здесь еще есть на карабинчике вот такая вот лента. Ее можно спокойно убрать, если она вам мешает. Воротник здесь трикотажный. И также еще имеется вот такой крючок, чтобы удобно было вешать этот бомбер. И также спереди имеются два симметричных кармана. Не буду вам сильно шелестеть, потому что он такой немножко шелестящий. Он создает именно вот этот оверсайз эффект, при этом является теплым. Вы знаете, как будто вы находитесь в таком теплом-теплом одеяле. При этом не тяжелый, в какой-то степени хоть и плотный, но невесомый. Мне очень понравился этот бомбер и очень понравились ощущения в нем. Поэтому, если вы ищете себе новенький бомбер на переходный период, как раз-таки в осень, то я думаю, что это будет must-have. Мы плавно перемещаемся с вами к большому количеству платьев. Я хочу показать вам вот такие вот платьюшки. У меня здесь два схожей стилистики от одного бренда. Одно у меня просто зеленое. Кстати, очень простое в исполнении. По сути, просто прямое, но когда ты его надеваешь на фигуру, и оно начинает облегать, смотрится очень красиво. И второе вот такое вот черное платье. Черное мне понравилось чем-то больше, как будто бы оно визуально создает больше вот этот вот эффект красивой талии и всего прочего. Сейчас посмотрим, есть ли хоть какие-то упоминания о составе. Какая-то бирочка да имеется. Это 100% полиэстер, турецкое производство. В общем и целом, оба этих платья мне понравились. Сели они по фигуре отлично. Если вдруг какое-то вам понравилось, берите на заметку. Мы с вами плавно-плавно подходим к концу. Сейчас хочу вам показать вот такой боди. Почему-то он у меня наизнанку. Очень тоненький, такой невесомый. Получается, сверху он идет просто как маечка с таким довольно глубоким, не совсем квадратным вырезом. А внизу у нас на попе широкая такая полоска. И застежка точно так же пластиковая. Здесь идут две заклепочки. Держатся они также хорошо. Вполне себе аккуратный этот бодик. Он прям, знаете, очень тоненький и невесомый. Размер у меня здесь S. Сейчас посмотрю, что по составу. 90% полиэстера и 10 лайкры. Мне понравился он. Единственное, что я думаю, что он слишком тонкий. То есть он будет просвечивать даже белье. Совсем без белья его можно носить, если для вас это приемлемо. Можно носить, допустим, с силиконовыми подкладками, пестисами, но все равно даже они немножко просвечивают. Поэтому здесь вот такое 50 на 50. Вот даже я не могу решить, насколько это хорошо или плохо. Ну и финал. Покажу вам оставшиеся платья. Я так и не сказала, в чем я сижу, потому что по традиции я какую-то вещь из обзора надеваю на себя. И вот эта подборка Сезон, тоже с одного магазина, различных платьев со шнуровкой. Первое платье у меня из ткани лапша. И здесь идет шнуровка как раз-таки по груди. Это платье мини. Оно коротенькое. Здесь идет расклешенный рукав. Очень мне нравится это платье. Оно такое приятное. И симпатичное. Второе платье, тут даже сложно показать, у него очень интересный верх. Это тоже платье мини, и оно получается с двух сторон вот так на плечах, с вот такими вот полосками, и перекрестие получается у нас как спереди на груди, так и сзади просто на спине. Рукавчик также у этого платья длинный. Нужно будет смотреть, как это смотрится уже лично на мне. Ну и самое понравившееся мне платье, которое уйдет со мной в осень, это длинное, не макси, а миди платье. И у него здесь идет просто вот такая вот шнуровка крестом спереди. Она хорошо поддерживает грудь. У самого платья прорисована талия в лекалах, что мне очень сильно понравилось. И также вот такой вот вырез по ножке. И это платье, наверное, все-таки из всех троих мой фаворит. По крайней мере, по длине, потому что мини-платье все равно на девочек ниже роста 160. Смотрится красиво, но опять же, стоит обращать на это внимание. Очень мне понравились позиции, в общем-то, в этом ролике. На этом у нас все. Я показала вам максимальное количество вещей. Надеюсь, что вы оценили. Напишите, пожалуйста, что вам понравилось больше всего. Ну, а мы с вами увидимся в ролике через 2 недели. Конечно же, там будет еще очень много всяких новинок. Не забывайте о том, что я вас очень сильно люблю. До встречи в следующем ролике. Я вас целую. И пока.